Здорово. Передаем всем привет, кто по нам соскучился. Я знаю, что такие люди есть. Так что вам привет. На видео сплошной дождь, мат, оскорбление всех по половому признаку. Так что смотреть я его не советую никому. Ну туч туда снесет. Так что можно не переживать. Ну, кто не в теме, это Потакинские горки. Вон уже видно. Церквух там. Что-то восстановили на ней. А раньше она была похожа просто на здание. А мы сейчас поедем вон туда. Река Клязьма. Там. Едем на каменную гряду. Видишь вот это? Там озеро. Угу. Если не знать, его не видно. Вот его едешь, его как будто нету. А оно вот прямо здесь. Че, не похоже, да? Это больше похоже на поле. Вот, а оно потому, что в низине там. И вот там ровная вода. Но оно холодное, там ключи бьют. Поэтому там купаются, но редко. В основном туда приезжают за другими делами. Ну, ладно, вырубай. А чтобы тихо. Здесь песок, я проехать не могу даже. Вон уже как далеко уехал. Надо его догонять. Ну чё, нам, считай, фартануло. Угу. Туча шла реально... вот отсюда, как бы сюда. Но сейчас ее сносит в ту сторону. И это хорошо. Да, это здорово. Для нас, конечно. Не сорян, где... Конечно, все равно идет мелкий дождь. Но это мелкий. Это но мы сейчас спрячемся от него. У нас есть хоть что-то полезное от Почты России. Ихний плащ. Это точно. Мы на каменной гряде. Если видно, идет дождь. Но нам фартануло. Всю тучу унесло все-таки в ту сторону. Основная масса, короче, в другой стороне, да? Ты громче говори, тебя плохо слышно. Я говорю, основная масса в другой стороне. Да. И это очень хорошо. Так что в наших планах перейти вон туда с велосипедами. Вон там расположиться и купаться. Нам без разницы, дождь не дождь. Главное купаться. В общем, мы стоим под кустом. Нас типа не мочит. Сейчас покажем, какой дождь. Уж не знаю, видно, нет. Я думаю, на реке видно. В общем, вот такой плащ от Почты России. Хорошо, что телефон не включился. И лишнего я не успел наговорить. А кому интересно, откуда плащ, у меня было две с Почты России. Вот одна из них этот плащ и подогнала. А уж кто, вы сами решаете. Где у меня? Тут. О, Серега сидит как партизан в кустах. У него все хорошо, его не мочат. Ничего, Серег. Сейчас дождь кончится и выйдем. Слушай, ну мы с тобой первый раз, да, в дождь-то попали. Ага. За все наши видосы. Я ж тебе говорю, не переживай. Какой-нибудь куст найдем, в нем спрячемся. Кстати, вот. Тут вообще не может. Так а я тебе прям про что? От слова совсем. Нормально все у нас. Ну как у тебя впечатление? Нормально, прикольно, великолепно. Только если бы не дождь, не заладно. Да дождь сейчас пройдет. Ну хотя это ливневое, он быстро конечно. Ливневое. Они обещали, что тут недолго. Слушай, может нам и правда чайку пока попить?
Можешь вообще пока поесть? Давай поедим. Ну что, ты там все достал? Угу. Если бы ты там уберешь. Так ты разорви пакет просто. Что ты мучаешься? Все. Куда пакет складывать? Пакеты это. Вот пакет сюда. Пакет пока. Сюда? Ну или в бока свой, да. Все, можно есть. Не, ну все-таки реально, я сейчас подумал, что мы мало беляшей взяли. Ну я не думал, что мы вот так попадем с дождем. Вот прям совсем вот так. Не, вообще не думал. Ну ладно, мой косяк. Ты уже на это. Меня видно рожу только, да? А, это видно? Угу. Ну, включай, ты включил? Уж как давно. Ну, ты понял, кто, да? С почты. Плащ. Так скажем, не вернул на почту плащ. Ну, да. Это единственное, за что спасибо. За плащ. Да, за плащ. Больше... Не за что. Не за что. Пойду велики проверю. Не упасть. Да не упадешь. Меня видно? Угу. Как ты за кустом немного. А я чуть не упал. Велик вообще идеально чистый. Я его с апреля месяца не мыл. Прошелся вот, небольшой дождик и сразу чистый. У меня есть видеозапись, да? Первая поездка там. Не, ну она так по факту вторая, да, когда я на Клязьму ездил в апреле месяце, я его с апреля месяца не мыл. Я практически никуда не ездил в этом году, мало куда. Идеально чистый. Туши, видишь, какой чистый. Видно вообще велик, интересно? Ну так, чуть-чуть. Но это ладно, не страшно. Туча, конечно, есть, но мне кажется, дождь сейчас кончится. Серьезно? Ну что, перебираемся на тот берег? Ну погнали. Ну что, дождь почти кончился. Ты уж не хочется каждые 5 секунд садиться и вставать ради того, чтобы снимать? Я только сел, еще что-то надо снять. Ну, я же не знал, что мужики поплывут на лодке. Пойду посмотрю насчет просвета. Ну да, есть небольшой. Чё-то дождь не думает заканчиваться. Вообще. Ты как там? Я нормально. Вот в этом кусте Серега сидит. Ну там, кстати, как под крышей, там вообще не мочит. Меня даже самого это удивило. Если так посмотреть, следы-то. Земля вот столько не промокла. Ходишь, чуть-чуть песок сверху. Намок и все. Не. Шикарно. Я не ожидал, что мы попадем и в дождь. И так. Наверное, все равно из этого видео половину вырежу. Я, получается, тут сам для себя разговариваю. Вон как тут берег подмыло. Такая коса получилась. Тут такая грязь, а здесь песочек. Такая здесь красота. Как нам сказал экскурсовод, который вел экскурсию по Москва-Сити, для москвичей вот этот сад Зарядье, там смешанный лес, да? Для них это вообще, говорит, экзотика. А у нас вон тут своя экзотика.
Не, ну мне, кстати, у них в заряде понравилось. А что мне там понравилось? Там совмещены современные технологии с вот с этим лесом. Это круто. Это вот прям моя мечта. Вот всякие такие балбесы, которые в Веретевском лесу у церкви живут и зовут всех в лес. Вот таких это придурков я не люблю. Потому что если они не хотят совместить современную технологию с природой, а зовут меня, блин, в каменный век копать вот такую землю палкой-копалкой, то шли бы они нахер. Вернулся я в наш схрон. Ну, Серега занимается чем обычно, любимым делом. Играет. Во что играешь? Ну, так скажем, в стратегию. В стратегию в какую-то. Тебе нравится здесь под кустом? Прикольно. Экзотика? Да. Под кустом-то никогда не... Ну и хорошо. Главное, ребенку нравится. Ладно. Ждем, когда кончится этот дождь. Все. Дождь кончился. Пошли на ту сторону. Сейчас знаешь что? Сейчас я первый все перенесу. А там посмотрим, как что. Собирай пока рюкзаки все. Хорошо. Давай. Во. Где тут наш схрон? Ну-ка. Вот он. Вот он. Ха-ха. Собирай, Сереж, потихоньку. Слушай, а земля еще теплая. Короче, слышь, вода холодная.